Картошечка. А еще вкусно, если ее в зале испечь. Мы в детдоме, когда в поход ходили, костер разожгем, побросаем ее туда. Ням-ням. Ням-ням. Здравствуйте. В эфире самая вкусная передача «Язык проглотишь». И, как всегда, у меня в гостях повар парижского ресторана «Максим» Жан-Жак Леон. Бонжурище. Что вы нам сегодня приготовите? А я уже приготовил. Вот картошку в мундире сварил. Язык проглотишь. Картошку? Но многие телезрительницы просят приготовить для них что-нибудь такое диетическое, легкое. Салат из пенопласта. Чего? Ну, салат из пенопласта. Ты сама просила легкое. Вот, а если тяжелое, если могу предложить там суп из щебенки или базальтовую отбивную. На крайний случай можно там гвоздей пожарить, любелей. Вот вы все шутите, а вот многие женщины действительно мучаются из-за того, что сейчас все продукты ужасно калорийные. И они, между прочим, из-за этого полнеют. Ну, во-первых, я никогда не шучу. Это ты все время глупости всякие говоришь. Ты видела когда-нибудь эту легкую еду? Да, ну, например, овсянка. Ну, лян на нее, а. Это легкая еда, по-твоему? Ты когда-нибудь мешки с овсом разгружала? Или ты, может, пахала или сеяла? Или трактор на 40-градусном морозе вручную заводила, пьяная в дрободан при этом? Да нет, что ты. Вот именно, а так легкую кинула. Овсянка, Берема. Ну, молодежь пошла, ну, лян на нее, а. Все для них легко и просто. А заставь тебя картошки для всей дивизии втроем начистить. Как бы ты запела? Подожди, а для какой дивизии? Для какой дивизии? При чем здесь дивизия? А, для дивизии. Ну да, дивизия Нормандия-Неман. Они же у меня в ресторане каждый год юбилей справляют. Ну и что же мы сегодня приготовим? Опять за свое. Ну, лян на нее. Ну ладно, давай приготовим. Жареного поросенка с хреном. Устроите? Давайте. Наверное, это очень вкусно. А то, конечно, вкусно. Только ты сначала вырасти этого поросенка, выкорми его. Ну а как же я его выкормлю-то? Ну как, элементарно. Устройся уборщицей в столовую или нянечкой в детский сад на полгода. Собирай объедки, неси поросенку. Фу, объедки. А как ты хотела? Официант, поросенка человеку. Откуда эти купеческие замашки? У тебя не Чубайс фамилия, случайно? Ну давайте не будем готовить поросенка. Вот именно. Да. Так что вот, да. Лопай картошку в мундире и не вякай. Да, а вы ее сеяли? Конечно, сеял. Это же дача моего огорода. У меня же дача в Париже на Елисейском поле. Жду в гости, приезжайте. Ну все, аривар, язык проглотишь. До свидания.